Привет! Вы на канале компании Foodservice. В этом видео наконец-то узнаем, в чем состоит разница и какое сходство между тесто-раскаткой лапшерезкой торговой марки Империя, модель iPasta SP150, и тесто-раскаткой лапшерезкой торговой марки Марката, модель Atlas 150 Design. Сразу отмечу, обе тесто-раскатки действительно произведены в Италии. Только компания Foodservice реализует настоящие оригинальные модели от официальных импортеров. Опасайтесь подделок. Первое, что бросается в глаза, эргономичная упаковка, изготовленная из качественного прочного картона. Посмотрим, что же там внутри. Тестораскатка Империя. Лоток для подачи теста, струбцы на крепление к столу, ручка, инструкция, насадка для нарезки двух видов лапши, дополнительный картон и, собственно, сама тесто-раскатка. Пастомашинка Марката находится в коробке практически в сборе. Есть инструкция. Ручку и струбцину разместили в дополнительной упаковке. В отличие от Империи, Марката не имеет лотка для подачи теста. Пастомашинки изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Марката имеет более светлый оттенок металла. Длина валов обоих тестораскаток составляет 15 см. Специальный регулятор определяет расстояние между валами, диапазон которых составляет от 0,2 до почти 5 мм. С помощью насадок, которые входят в комплект, вы можете получить два варианта нарезки лапши шириной немного больше 2,6 мм. Ручка для вращения валов Империи имеет деревянный держатель, а вот Марката модели Atlas 150 Design металлический. У Марката плавнее ход валов, нежели у Империи. И напоследок шестерни. Стоит отметить, тесто-раскатки торговой марки Империя имеют пластиковые шестерни, Марката – металлические. За счет металлических шестерней Марката, думаю, надежнее, особенно при работе с крутым тестом. Обе тесто-раскатки относятся к классу бытового оборудования, и за дополнительную плату вы можете приобрести множество различных аксессуаров. Подытожим, в базовой комплектации вы получите одинаковые результаты раскатки теста и приготовите домашнюю лапшу. А если приобретете дополнительные аксессуары, то значительно расширите возможности вашей пастомашинки. Такие тесто-раскатки являются незаменимым помощником на кухне во время приготовления вкусных домашних равиоли, пасты, лазаньи и, конечно, настоящих украинских вареников. Обратите внимание, это просто идеальный подарок близкому вам человеку. Империя дешевле по цене, а вот за более элегантный дизайн упаковки и самой тесто-раскатки, плавное вращение валов и металлический держатель ручки Марката придется заплатить больше. Ну что ж, как говорится, выбирайте и заказывайте. Детальное описание, цены, характеристики на эти и многие другие тесто-раскатки как для бытового, так и коммерческого использования вы можете посмотреть на сайте компании по ссылке в описании снизу под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры. До встречи!